Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новых современных пенитенциарных учреждениях в Баку, построенных для осужденных женщин и несовершеннолетних, являющихся уязвимой группой общества. В новых учреждениях, сооруженных вместо пенитенциарных учреждений, построенных в 30-х годах прошлого века и не отвечавших требованию времени, созданы образцовые условия, выделены комнаты для отдыха, совершение богослужения, кабинет психолога и другие помещения, организованы производственные участки для занятий осужденными полезным трудом. В обоих учреждениях созданы спортивные площадки для эффективного проведения осужденными своего досуга, необходимая инфраструктура для их обучения и овладения специальностями. Здесь функционирует оснащенная необходимой литературой библиотека, читальный зал, компьютерный кабинет.